Всем привет, дорогие зрители моего канала, я с вами. И я решил снять что-то в духе ожидания против реальности. И на первый выпуск я решил взять прыжок при помощи элитр в Майнкрафте. В общем-то, еще хочу сказать то, что это мой первый видос, который я сделал в программе Power Director. Обычно, как вы знаете, я монтирую в Кайнмастере. Но сегодня я решил монтировать Power Director, и я это делаю первый раз. Вот. Поэтому, если выглядит коряво, то извиняюсь. Все-таки первый видос, так что прошу закрыть глаза на кривой монтаж. Все, ладно, поехали! Так, вот вроде это здание. Так. Эй, ты уже начал разбираться? Да. А что меня ждет? Прыжок с парашютом! Это же башня элитр. Здесь ты сможешь попрыгать с парашютом. Сколько тебе влезет? Кстати, о парашюте. Ты его надел? Да. А ты его проверил? Нет. Почему ты его не проверил? Блин, мне теперь как-то страхово. Блин, мне прыгать? Ну, прыгай, если хочешь. Ладно, раз, два, три. Аллах Рабар! Охренеть! Хорошо-то как? Как? Охренело! Офигеть! Офигеть, ощущения! Спасибо за эту башню! Охренеть! О, мне звонят! Ну что, ты начал залезать? Да, только что начал. Охренеть, здесь все-таки вид. Да, но это же башня элитры. Здесь ты можешь свободно попрыгать на парашюте. Кстати, о парашюте. Ты его одел? Да. А ты его проверил? Нет. Почему ты его не проверил? Ну, я думал, он и без этого будет нормально работать. Ну ладно, прыгай. Открывай парашют! Ну он